Сегодня тема, основная тема сегодняшнего форума «Агроюг» – это внедрение и инновационных технологий, и инноваций в целом агропромышленный комплекс. Поэтому площадка уникальна. Сегодня представлены сельхозпредприятия, здесь наука представлена, компании, которые занимаются разработкой, компании, которые внедряют новые технологические решения в отрасли. Поэтому я считаю, что эффективно и целесообразно проводить вот такие инвестиционные форумы. Сложно представить более подходящее время, которое как раз подчеркивает актуальность форума. Актуальность состоит в том, что наконец-то государство, да, за последний год дало мощный толчок и инструмент развития, действительно, АПК на деле, а не на словах. И именно получение этих субсидий и правительственной поддержки является тем колоссальным стимулом, что множество новых проектов начинает реализовываться, и компании, скажем так, у них растет аппетит, им хочется больше и больше новых крупных инвестиционных проектов. И Ставропольский край – один из немногих регионов России, где, вот, общаясь на форуме с делегатами, ты как раз слышишь, наверное, слова благодарности, слова поддержки и вот слова, я бы сказала, каких-то партнеров между бизнесом и властью. То есть мы не слышим каких-то нареканий, закрытости, кулуарности или недоступности денег. То есть если есть действительно проект, в который правительство верит, эти проекты находят свою поддержку.